Посмотрите, какой опыт провели в 2013 году. Так как я, соответственно, училась в Гарварде, у меня есть доступ к библиотеке исследований. И я начала, когда смотреть, мне попадались исследования по эпигенетике. Эпигенетика — это то, что записывается в клетке, грубо говоря, нашей. И самое знаменитое, наверное, исследование — это исследование, которое было произведено на мышах. Мышь били током, и в этот момент пускали запах ацетофенона. Это запах черемухи. И потом брали у нее яйцеклетку, выращивали новую мышь, то есть они никак не соприкасались. И когда этой мыши давали запах ацетофенона нюхать, у нее начиналась истерика. Она бегала по клетке, потому что она понимала, что сейчас будет бить током. И так сохранялось 3 поколения. И эти мыши не общались между собой вообще. Ученые говорят, что эпигенетика очень хорошо работает и у людей. И получается то, что те люди, которые там чего-то очень сильно боятся, либо там считают, что вокруг одни враги, получается, что они передают вот эту боязнь через эпигенетику не только своим детям передали, но и своим внукам.